Вчера в 10 вечера в Екатеринбурге в 135-й квартире дома на Бебеля 142 приключилась пьяная разборка. Там предавались алкогольному разгулу трое. Александр Елизаров, его гости. Игорь Воблов с девушкой Людмилой. Когда вся настойка боярышника закончилась, произошел антагонизм на почве ревности. В ход пошел кухонный топор, которым рубят мясо. Он не ударил. Ты увернулся, да? Да, но он не обозвал все. Нехорош. Так. Ну, там тоже не видно. Пи. Ага, все понятно. Я дважды там. Я сказал ему, козлю. Вали. И он сказал, я не уйду. Как ты? Вали жену из моего дома. Вали. Угу. Я. А топор-то куда дел? Здесь. Ну не топор-то. Раненый в голову Игорь Воблов уезжать в больницу не захотел и ничего вразумительного сказать не мог. Людмила тоже. Тут неожиданно вообще ни в чем, как бы не при делах, мы уже хотели домой идти. Он выхватил под подушкой топор и перехватил, и тут же топором его ударил. Я потом его увела. В общем, ничего не было. Печальное зрелище человеческой деградации.